Добрый день, друзья. Сегодня 24 сентября 2020 года. Нахожусь я сейчас в Приморском парке. Это возле стадиона Крымский, бывший стадион «Спартак». Пройдемся с вами сейчас по Приморскому парку. Где-то месяц назад я вам показывал видео, что какие работы ведутся здесь. Сейчас мы просто с вами посмотрим, что сделано, а что еще и, наверное, и не сделано. И обязательно посетим пляжи. И посмотрим, сколько людей на пляже, какая вода. С вами канал «Дневник коренного крымчанина». Все, идем дальше, друзья. Сейчас все посмотрим. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как прошел в этом году сезон? Ну, для меня отлично. Мы в этом году с детьми много купались, ходили на городской пляж. У нас в Портоните санаторий закрыли, вот открыли для себя новый пляж. А где? В Портоните. А, в Портоните. Да, а вы сами с Портоните, да? Да, да. И ребенка сюда... А сюда на занятия приезжаем. На занятия это да, дом творчества, да. Да, все, спасибо, спасибо. Ну что, друзья, теперь направляемся в сам Приморский парк. Сейчас посмотрим с вами. Ну, также здесь находится и наш алуштинский дельфинарий Немо. Я уже показывал его. Ну вот, я смотрю, там огражено все ленточками. И наша аллея, которая идет от стадиона до самой набережной, до самого моря. Друзья, сегодня 24 сентября. В Крыму день герба и флага Крыма. Какое-то футуристическое изваяние. Не слон, не слон. Ну, интересно. Идемте дальше. Тут еще из нержавейки сделана типа огромная собака. Ну. Интересно. Друзья, и начали приводить в порядок уже Приморский парк. Где-то месяц назад я снимал, снимали асфальт, а сейчас уже и ведут уже и освещение, и дорожки, и бордюрчики ставят. И сейчас мы дальше пройдем и посмотрим с вами. Это наш Приморский парк. Друзья, давайте посмотрим уже вот здесь, где срывали асфальт. Ну, вот эту аллейку уже застелили плиткой. И теперь вот здесь тоже уже идет подготовка, подготовительная работа прошла. Их будут тоже устилать в плитки и ставить лавочки. Но вот здесь тоже на этой аллее асфальт сорвали. Сейчас уже завезли щебень, песок. Будут планировать эту аллею и тоже застилать плиткой. И сейчас мы направляемся уже на берег. Здесь детский развлекательный центр. Недалеко от памятника «Звездочка». И сейчас мы подойдем к памятнику «Звездочка». Друзья, это алуштинцы называют его памятник «Звездочка». Здесь похоронены члены правительства Советской Социалистической Республики Таврида.
И здесь же рядом светлой памяти советским воинам и партизанам, павших в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны 41-45 годов. Ну вот, именами этих героев в Алуште названы и улицы. Это вот партизан алуштинец Багликов Николай Тимофеевич, Глоскритский Михаил Яковлевич, Пластун Филипп Данилович и лейтенант Бакшин Сергей Владимирович. Так, ну, друзья, идем дальше. Вот столовая по-домашнему. Работает она с 8 до 23, работает в полном объеме. То есть сезон еще в Алуште не закончен. Все идет своим чередом. Вот шведский стол. Здесь все по 77 рублей. Вот здесь кафе «Вилла Ванила». И сейчас идем к морю, ближе к морю. Да, друзья, по-моему, осень подождет. Сезон продолжается. Друзья, сейчас я вот на городском пляже встретил одного своего подписчика. Зовут его Максим. Максим. Все. Ну и скажи, как погода, как вообще? Сезон идет? Сезон идет, не заканчивается. Никогда не закончится. Все. Народу много. Море, правда, прохладное стало. Ну, конец сентября, мы все-таки должны понимать. Но это не кардинально холодно. Смотрю, детки как бы купаются. Да. Да, ну. Ну, не 25 градусов, где-то, наверное, градусов 20, наверное, есть, да? Да, где-то 23-22. О, так это хорошая погода. Да, вполне. А здесь остановился где-то, да? Частный сектор, да? Снимаю. Квартиру, да? Да, вот. Максим, ну и скажите, пожалуйста, как в вашем районе обстоят дела с водой? Вот с водой проблем не было. Ну, второй день, что мы здесь. Потому что здесь было совещание, и... Мэр города сказала, что будет не отключать воду, а будут немножко давление уменьшать. Отразилось это на вашем водообеспечении? Честно говоря, даже не заметил. Не заметили, да? Все хорошо, да? Хорошо. Ну все, удачи, привет. Да, привет. Ну вот, друзья, давайте еще посмотрим. Пляж забит. Сезон продолжается. Осень пускай подождет. А у нас лето. Друзья, вот в начале сезона я снимал это кафе Рио, и сейчас мы зайдем сюда вовнутрь и посмотрим, и спросим, как прошел сезон.
Ну и у них же здесь есть такая вот летняя площадочка, где можно выпить чашечку кофе. Привет! Как сезон? Отлично! Отлично. Спасибо! Вот это у них летняя площадочка. А, выдают. И пледы тоже выдаете? На всякий случай. Вот это здорово! Вот это здорово, друзья! Если выпить чашечку кофе, выдают и подушечку, если надо, даже плед. Ну и сейчас зайдем вовнутрь, посмотрим. Вот, друзья, это кафе Рио. Приветствую. Ну как сезон? Или он продолжается еще? Такое впечатление, судя на пляж, когда смотришь, ну, наверное, он до Нового года будет идти. Вот, друзья, такая обстановочка. И открывается шикарный вид на пляж. Это прямо на пляже, прямо на берегу моря. Наше черное ласковое море. Так что, друзья, идем дальше. Сейчас я вам покажу центральный вход в Приморский парк. И здесь есть кафе Ника. Уже не такая заполняемость, но чистота, порядок, и люди все равно сидят и отдыхают. Но еще не вечер. Идем дальше, друзья. Друзья, вот сейчас я подошел к главному входу нашего городского пляжа. И давайте посмотрим, здесь паспорт есть, и посмотрим, какая вода и воздух. Температура воздуха 25, температура воды 20 градусов. И вот вид нашего городского пляжа. Сколько людей, сколько миру. Добрый день. Вы знаете, что сегодня за праздник? Вообще-то. Нет. А почему эти флаги здесь? Сегодня, друзья, день герба и флага Крыма. Я его даже не видел. И сегодня будет здесь в 16 часов проходить флешмоб. То есть можно будет это нарисовать флаги. Площадь находится, это, ну, Советская площадь, это в центре. В центре города. Да, 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 да. И вы там увидите центр площади. Да не, минут 10 от силы. А вы с Екатеринбурга. Передавайте привет своим друзьям и близким. Сегодня будете на Ютубе. У меня канал называется «Дневник коренного крымчанина». Так что заходите. А где остановились, если не секрет? Частный сектор? Около. А, гостиница? Ну, хорошее место. Все, спасибо, удачи, ребят. До свидания. До свидания. Друзья, если помните, здесь был детский развлекательный центр, но... А еще раньше здесь был летний кинотеатр «Чайка». Ну, сейчас его уже нет. А, как я говорил в предыдущих своих видео, здесь будет строиться гостиница и, по-видимому, и кинотеатр. Так, и вот сейчас я вам покажу еще такое место. Называется оно «Яруса». Это наши «Яруса». Это еще одна визитная карточка нашего города Алушты. Это был спуск от улицы 15 апреля как раз на набережную. И виды нашего города. Это наша горка, Генуэзская башня. Это автовокзал. А вот это, где находится сейчас колесо обозрения, раньше был ресторан «Алушта», потом она стала пирожковая, сейчас здесь столовая по-домашнему. И была здесь автостанция. Вот на этом месте. У нас будет весело, у нас будет классно, а самое главное, будет безопасно. Мы катаемся неспроста.
Мы катаем с 2 до 100. Катаем людей любых возрастов. От пионеров и до 500. Вот, друзья, вот так выглядели наши яруса. Что будет за экскурсия? Вы даже себе представить еще не можете. Подходите к нам, дорогие друзья, мы ждем вас. Сейчас мы посмотрим, как сейчас все это выглядит. Ну вот на этом месте сейчас кафе Green. Сейчас просто зайдем и посмотрим. Здесь же также живая музыка, столики. Не заказывали красивого мужчину, чтобы нас снимал. А вот рыжего кота надо снять. Рыжий, да. Рыжий, это суперку. Тю, тю. Нельзя, нельзя. Успокойся. Рыжий кот. О, это красавец. Это хозяин. Ну, понятно. У него по физиономии видно, что он хозяин. Сейчас выглядит это кафе Green на место наших ярусов. И вот здесь был выход как раз на улицу 15 апреля. Идем дальше, друзья. Ну еще давайте посмотрим еще одну пляжную карту. Это конец сентября. Ну не конец сентября, а уже вторая половина сентября. Друзья, вот сейчас я подошел, так называемая, она называется первая буна. Сейчас посмотрим, сколько здесь людей и подойдем к морю. Это вот сейчас отдыхающие выйдут в открытое море на морскую прогулку. Это наш крымский чебурек, как раз возле пирса. И вот давайте посмотрим, какие они тут чебуреки делают.
Идемте дальше, друзья. Добрый день, Эдик. Самые лучшие чебуреки. Чебуречки, время с печкем. Так что сезон продолжается еще? Нет, я думаю, что скорее всего эту недельку, ну, выходные отработаю, может быть, понедельник, вторник и все. И все, да? Ну, уже мало людей. Ясно, ясно. Ну, сезон продуктивный был, да, будем говорить? Как всегда. Как всегда. Спасибо, Эдик. Удачи тебе. Спасибо вам. Так что, друзья, кафе «Обжора» работает. «Бургер Стар» работает. Столовая «Вкусно.ру» и столовая по-домашнему работает. А также, если колесо крутится, значит, сезон продолжается. Друзья, ну, как видите, какая погода сегодня в Крыму. Лето продолжается. С вами канал «Дневник коренного крымчанина». Ставим лайки, подписываемся на канал. И обязательно колокольчик, чтобы не пропустить новое и интересное. И ставьте свои, пожалуйста, комментарии. Мы на все комментарии отвечаем. И это поможет развитию нашего канала. Всем, друзья, удачи и добра. Еще увидимся. До скорых встреч.